Проверка была текущей. В поле зрения правоохранительных органов оказалось исполнение федерального законодательства о противодействии коррупции. Установили, что многие димитровградцы активно пользуются интернет-сайтами коррупционной направленности. Было установлено то, что на 7 интернет-сайтах имеется информация о предложениях по покупке водительских удостоверений, которые дают право на управление транспортными средствами. Услуги предоставлялись без прохождения процедуры обучения, без сдачи экзаменов. По принципу «заплатил-получил». Вход на сайты осуществлялся свободно и без ограничений. В дело вмешалась прокуратура. Были направлены исковые заявления в количестве 7 штук с целью признать такую информацию незаконной и невозможной к распространению на территории Российской Федерации. Запрещенные сайты Димитровградской прокуратуры будут внесены в единый реестр сайтов, и доступ к ним будет заблокирован. Татьяна Баловнева, Анжелика Бровинок. Наше время.